Во всех школах города сегодня прошли торжественные линейки, в которых приняли участие выпускники школ, учителя, родители. Звучали слова поздравлений и напутствия, песни и стихи. Ребят поздравляли младшие товарищи, первоклашки. Последний звонок – это и праздник, и время расставания со школой. Конечно, на глаза слезы наворачиваются, но одновременно и радостно на душе. Впереди новый этап жизни. Традиционно большой общегородской праздник в честь прощания со школой организовали на площади торжеств имени Мазикина. Здесь собрались все выпускники, педагоги, родители. В этом году 11 класс заканчивает 440 ребят. Глава города Вячеслав Телегин тепло поздравил выпускников. Пожелал им успешно преодолеть все испытания, не терять веры в свои силы, уверенно идти вперед. Дорогие выпускники, впереди вас ждет много новых неизведанных дорог. От всей души хочу пожелать удачи на вашем пути. И с какими бы испытаниями вам не пришлось столкнуться, главное верить в свои силы, в свою мечту. Последний звонок – это самый трогательный, самый незабываемый из всех школьных праздников. Позади уроки, впереди ЕГЭ, выпускной бал и вступительные экзамены. Грустно то, что прощаешься со школой, но в то же время это праздник. По кому или почему ты будешь больше всего скучать? Ну, наверное, по одноклассникам больше всего буду скучать. Впечатления не передать словами. С одной стороны, радуемся, что закончилась эта школа, не нужно каждый день ходить на уроки. А с другой стороны, не хочется расставаться с теми, с кем провел 11 лет. Я буду скучать по друзьям, потому что мы все разъедемся по разным городам. Но мы обещали друг другу, что будем переписываться, встречаться. Очень грустно уходить из такого родного дома, в принципе, и... Очень. Не хочется, хочется первый класс. Состояние такое переменчивое. С одной стороны, очень грустно, что мы оставляем родную школу. С другой стороны, радостно то, что перед нами открываются большие возможности. Все мы разъедемся, поступим в высшее учебное заведение и будем дальше стремиться к своей мечте. Праздник продолжился выступлением зажигательной и позитивной кавер-группы «Крупным планом», которая специально приехала из Кемерово, чтобы поздравить ленинск-кузнецких выпускников, подарив им вместе с мировыми хитами и всеми любимыми музыкальными композициями самое замечательное настроение в этот долгожданный и торжественный день последнего звонка.